Малыш Барри, а зачем ты стал доктором? Я люблю играть в больницу. Ну, малыш Барри, зачем тебе такой большой шприц? Если ты попытаешься сбежать из моей тюрьмы, то я поставлю тебе укол. Что? Ребят, я реально не могу поверить в то, что нам собирается, получается, поставить вот этот доктор Барри укол. Видите, у него такой огромный шприц, он... Не шприц. Вот видите, он тут бегает и пукает. О, смотрите, видите, это что? Малыш-ангел? Доктор Малыш-ангел? Ребят, вообще такое существует, просто посмотрите на него. Он выглядит так прикольно, у него вот тут есть такие крылышки, потом вот такое колечко, вот это все. Блин, на самом деле выглядит классно. А это, видимо, ну, это, наверное, уже повзрослевший. Ну, то есть, получается, это малыш Барри, только который вырос, наверное, и сейчас, ну, в 5 раз больше и так далее. Видите, у него такой же шприц. То есть, видите, он вот этот, он мне укол хочет вколоть. Вот. И вот так же он одет. Ну, знаете, это могла быть и медсестра. Ну, я не знаю, ребят, честно, не знаю. Вот, смотрите, еще и на полках вот тут валяются книги, которым я перечитывала по 10 раз. Ну да, конечно. Ладно, давайте сами заберемся. Ой, боже мой. Ребят, вы бы знали, насколько эти кровати неудобные. Вот те, на которых я сплю обычно. То есть они очень неудобные. Так, продолжай бить. Хорошо бы продолжать бить, без проблем вообще. Так, смотрите, мы спрыгнули сюда. Тут вообще почему-то очень много народу. Видимо, все пытаются отсюда сбежать, потому что это сумасшедшая тюрьма-больница. Тюрьма-больница вообще такое существует, ребят. Видите? А вот это вот, это уж точно медсестра. Медсестра малыш Барри, что вы тут делаете? Я работаю на малыша Барри. А, ну это-то я все равно поняла. Вот видите, у нее в руках вот такое яблочко. То есть, ну, она такая милая вообще, эта медсестра. Мне она очень нравится. Да, выглядит она очень классно. А, давайте сами сюда поднимемся. Вот, смотрите, еще один морф. Видите, это только уже ангел-ребенок. И то есть, видите, он вот... Какой-то робот, видите, то есть ангел-доктор, малыш-ангел-доктор. И вот такой робот, да, конечно, ребят. Ну, знаете, тут настолько много разных персонажей, что, знаете, их каждого хочется рассмотреть и все такое, потому что, ну, реально, они выглядят очень-очень забавно. Ну, а на этом мы с вами рассматривать не будем, в принципе. Так, ладно, мы давайте мы с вами пройдемся по этой вентиляции. По красной вентиляции? Что странно. Что это, ребят, за сетка такая, посмотрите. А, то есть, если ты хочешь за эту сетку, то тебя видит малыш Барри, видите? То есть, я подхожу к этой сетке, он идет сразу за мной. А ну-ка, иди сюда, я ж тебе говорил, чтоб ты не выбегал из моей тюрьмы! А успеешь вписаться и поставить лайк за 3 секунды? 3, 2, 1, молодец! А, ну да, конечно, типа то, что я попытаюсь бежать из тюрьмы, ага, нет. Я сбегу отсюда, это уж точно, и ты мне укол никакой не вколешь. А, давай еще посмотрим. Боже мой, ребят. Так, ладно, давайте сами отбежим от этого малыша Барри, потому что на самом деле он мне немного надоел. Видите, он прям бежит за мной. Да, он поднялся только на второй этаж, не знаю зачем, ну. Ну ладно. Видите, смотрите, тут вот такие получаются кроватки. Ну не кроватки, а то есть... Блин, я забыла, как это называется. Ну, то есть, вот тут у нас есть, получается, вот такая вот оборудование, видите? То есть, тут у нас измерение там всего, там пульс, давление, там все такое. Потом тут, не знаю, что. Я не сильно просто, ну, шарю за это, поэтому, ну, в принципе, ребят, вот эта комната, она очень помогает, наверное. А вот, потом еще, кстати, тут есть такая лавочка, давайте мы с вами посидим, подождем. Малыш Барри, ты что за мной сидишь, что ли? Смотрите, он там застрял. Ну все, малыш Барри, в принципе, мне так намного легче пройти, видите? А все, он побежал за мной, ой-ой-ой. Это кажется хуже, но зато мы с вами успели это пройти. И Барри даже не успел меня догнать, это самое классное. Так, самая злая тюремная камера. Это, то есть, в этой тюремной камере была, если что, я. То есть, там сидела я, и, то есть, ну, типа... Я самая злая. Ты самая опасная такая. Ладно, давайте сами сюда спускаемся. По этой вентиляции. И смотрите, мы сейчас находимся с вами в туалете. И как видите, смотрите, тут раньше в оригинальной игре, получается, тут стояла просто дверь. А сейчас у нас есть вот такой проход. То есть в этом проходике мы можем найти с вами вот, получается, мусорку и вот пару вот этих штук.
А, ну естественно, вот это вот. Видите, мы тут ложатся пациенты, и тут у нас есть другой шприц. В принципе, ничего такого. Так вот наш туалет. И, кстати, туалет стал, наверное, в два раза больше. То есть, знаете, такой хороший туалет, который стал достаточно большим. Маленький Барри-клоун! Ребят, посмотрите на это! Это же реально маленький Барри-клоун. То есть, ну, обычный Барри-клоун. Ну, только, блин, может, я в такую же наденусь, и когда буду в следующий раз бегать из этой тюрьмы, или из тюрьмы больницы, или что-то вообще может быть, то я одену такой же костюм клоуна и буду просто перед Барри ходить вот так. Боже, почему он за собой никто не смывает? Интересно бы еще стрелять в каком-нибудь скибиди туалета. Это будет, конечно, фу, тут так воняет. А вот и скибиди туалет. Ладно, я шучу на самом деле. Так, давайте возьмем лопату и начнем копать, как обычно, в принципе. В принципе, у нас других выходов нет. Только через землю. То есть, как мы можем сбежать из этого, из тюрьмы. О, ребята, так это реально получается тюрьма-больница, потому что, видите, то есть мы только что были в тюрьме-больнице, а сейчас, ну, знаете, почему это очень похоже на больницу? Потому что тут все освещенное, тут нет темных мест, то есть даже, допустим, под землей, то есть, ну, да. А вот тут вообще, вот видите, я только что откопала, и тут туалет, видите? Потом тут вот это, таблеточки. В принципе, ничего такого. Ладно, а это вот, кстати, я не понимаю, что это что, полотенца какие-то? А, это бинт, наверное. Блин, полотенце, как я вообще так о таком могла подумать? Или это полотенце? Не знаю. Ребят, честно, наверное, это бинт. Бинты. Не знаю. Хорошо. Так, вот смотрите, вот тут у нас есть мостик такой. Давайте с вами будем аккуратно прыгать. Вот тут надо быть очень осторожным, потому что, вот видите, вот эти вот деревянные штуки, они вот так ломаются и все. О, это же Сайлент Коп, ребят, помните? И он, почему Сайлент Коп стал вообще с головой тыквы? Что, ребята, это так странно, кстати. Так, тут у нас еще таблеточки, что-то у нас еще вообще есть. О, ребят, смотрите, это же череп скелета вообще с шапочкой доктора. Что, ребята, что? Почему это вообще так? Да, будь осторожен, почему будь осторожен? Ага. Из-за этого будь осторожен. А ну хорошо, я буду осторожен, чтобы на меня точно красный камень не наехал. Смотрите, тут какое-то дерево сакура, наверное. Сакура, дерево сакура вроде называется, но я не помню. Спасибо, что играете в наши игры, пожалуйста. Это же подарочек для меня, естественно, ребят. Мне подарили подарочек, точно. Ну да, на мое. Так, давайте возьмем. Ой-ой-ой-ой, не-не-не, я не хочу на камень наехать. Конечно, они мне просто на день рождения решили подарить подарки. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, ребята, я не успела дойти просто до места, получается. Мне просто нос сильно чесался. Я поэтому отвлеклась. Так, хорошо, вот сейчас мячик проедет. Сейчас давайте, вот мы должны успеть попасть вот в эту зону. Главное, чтобы на нас просто не наехал этот камень. Все, вот так прижимаемся сюда. Отлично. И теперь просто выходим и идем сюда. Все, ребята, отлично. Так, теперь мы с вами поднимаемся по этой лестнице. Да, конечно, вот смотрите, здесь так такое все беленькое и красивое. О, а тут все синее, ребят, что? Маленький Джерри? Или Джарри? В смысле Джарри? Да, ну выглядит странно. Этого персонажа не знаю. Или знаю? Не знаю. Ой-ой-ой. Ребята, а это что за медсестра, которая не знаю, в кого превратилась? В смысле медсестра, в которую я не знаю, в кого превратилась? Эй-эй, со мной так разговаривать не надо, ладно? Ну, ребят, посмотрите, она реально похожа на какую-то ведьму, потому что у нее такие красные глаза. Красные глаза, потому что я хочу тебе поставить укол. А за что? Только из-за того, что я хочу сбежать отсюда? Серьезно? Да, капец, ребят, конечно. Так, ладно, давайте мы с вами бежим сюда. Так, нажимаем на кнопку, я просто хочу перебежать на другую сторону. Главное, чтобы нас эта медсестра не поймала. Все. Она вообще застряла. Блин, что-то с персонажами, они постоянно застревают. То есть в последний момент только. Ой, смотрите, как она на нас смотрит. Она смотрит, как, знаете, слендермен какой-то. О, тут, блин, чувачок лежит, наверное, ему плохо. Не, хотя, вроде по данным, все более-менее нормально. Не-не, и тут чувачок лежит. Только он почему-то без лица. Да это в Роблоксе постоянно так, вообще без лица ходят. А как она меня поймала? Слушайте. Слушайте, как она меня поймала, реально. Так, пусть она до сюда хотя бы добежит. Хватит меня подрезать, смотрите, как она идет, прям как солдат какой-то.
вообще. Так, ладно, мы с вами идем сюда. Вот здесь она нас точно не поймает, потому что тут, видите, лестница такая. То есть, ну, она упадет с этой лестницы, и все, она же даже прыгать не умеет, она же ведьма. Ну, как бы... О, смотрите, а это демон-малыш Барри! Ну да, его, конечно, нужно ходить только в этом скине, потому что, ну, блин, он реально как будто бы демон. Слушай, демон Барри, скажи мне, пожалуйста, почему мне малыш Барри доктор хочет вколоть укол? Потому что я так сказал! А, ну да, естественно. Потому что он так сказал. Ну, конечно, он же демон, он только там отвечает за какие-то плохие поступки. Надо было у ангела спросить... У малыша Барри, ангела спросить, что там... Что мне сделать, чтобы нормально все было? Так, хорошо, давайте с вами вот сюда встанем. Итак, кафе у нас в правую сторону, а тренинг по безопасности в левую. Естественно, я хотела бы в кафе, но, наверное, как всегда, она будет закрыта. Да, видите? Потому что мне сначала нужно пройти тренинг по безопасности, то есть тренировку. Смотрите, видите, то есть это доктор вампирский младенец, то есть это даже не ведьма, это вообще был вампир. А, ну, кстати, да, видите, что у нее с зубами? То есть вот тут у нее соска, а у нее половина соски, тут клыки, поэтому у нее такие красные глаза. А, я поняла. А вот тут как раз-таки у нас демон Барри робот, видите? Ну, это тут ничего такого, но я не знала, что это вампир, ребят. Я думала, что это что-то другое. А вот, кстати, наш любимый малыш Барри. Здравствуйте, что вам бы хотели? А, то есть он меня забыл. Я ничего не хотела, просто скажите мне, где выход. Выход? Ты отсюда никогда не выйдешь, поэтому выхода нету. Выхода нету, ну конечно. Ладно, давайте мы с вами выпьем вот такую газировочку, чтобы убежать поскорее от этого малыша Барри, найти поскорее выход. Так, видите, вот его голова за мной следит, видите, то есть я куда... Ну, то есть он следит за мной 100%. Потом тут таблетки, шприц, что тут еще у нас есть? Бинты. А сначала я думала, что это вообще полотенце. Ну как в отеле все в принципе, нет? Вот смотрите, а тут... Ой, я упала. Я хотела показать на чувачка, который вот тут просто... Ой, блин. Который вот, видите, просто лежит, он, наверное, больной. И малыш Барри пытается ему помочь, видите? Ну, хотя я не уверена, что он это сделает самым лучшим способом, поможет этому чувачку. Но этот чувачок вообще без лица такой бледненький. Капец. Наверное, кожу себе неправильно выбрал. Надо было выбрать потемнее. О, боже мой, ребят, вы видели только что вот этот пар, который был из... Ну, то есть, это я, получается, рыгнула от этого, от этой газировки. Кладовка! То есть, кладовка закрыта? Почему кладовка закрыта? Я вообще-то хочу уйти отсюда. Так, телефонный центр для посетителей. А, ну все, как всегда, видите, ой, почему тут... То есть, получается, в этом шприц, в этом отсеке тут таблетки, тут другие таблетки. Да, странно. Только почему тут вообще? Знаете, ребят, тут это вообще ни к чему. Мы сейчас находимся вообще в тюрьме. Тут находятся таблетки, шприцы и все такое. И вот тут вот эти вот типа записи какие-то. Вот, и тут получается у нас сразу пляж, видите? То есть у нас тут можно развлечься. Тут мячик, зонтик, песок. Ну конечно, это просто, знаете, все локации в одну. То есть... Так, смотрите, нам показывают, что нам нужно идти направо. Ой, налево. Найдите лестницу. Так она уже поставлена, эта лестница тут. Так, хорошо, поднимаемся, значит. Сейчас нам нужно открыть эту вентиляцию и поднимаемся сюда. Отлично, ребят, все, мы сюда поднимаемся вот так осторожненько, все. И тут у нас, вот видите, вот такой вентилятор, я не знаю, конечно. Вот видите, то есть если я стою, то меня вообще отводит какой-то... Куда-то назад. То есть и то не назад, а куда-то наискосок. Так, а тут вообще Санта-бабушка? Ребята, посмотрите! Я думала, что Дед Мороз это как бы, ну, дедушка. Дедушка же Мороз. Ну, или Санта-Клаус. То есть это дедушка, типа. А тут вообще Санта-бабушка, видите? А я бы, кстати, бы хотела, чтобы был не Санта-Клаус, не Дедушка Мороз, а вот такая Санта-бабушка. Даже звучит прикольно. Да? Блин, ребят, на самом деле, вот знаете, в оригинальной игре вот тут были, вот знаете, разные такие... О, давайте сюда поднимемся. Вот разные трубы и всякое такое. Сейчас у нас просто вот такие вот деревяшки. Да? Деревяшки. Да. Ну, доски деревянные. Так, хорошо. Закройте клапаны. Конечно, с легкостью. Мы же так любим закрывать клапаны. Так, хорошо, давайте с вами закроем первый клапан, который находится вот тут. Закрываем. Теперь мы сами должны перейти вот туда. Я обычно делаю это наоборот, потому что так удобней. Сейчас, сегодня не знаю, что так решила сделать.
Так, нажимаем на этот клапан. И у нас остался самый-самый последний клапан, который находится у нас наверху. То есть это у нас по пути. Вот видите, вот тут. Все, вот он как раз таки самый первый. Он отвечает за самую первую. Все, закрываем. И все, теперь мы с вами можем идти и не беспокоиться за нашу безопасность, потому что, ну, типа, если бы мы затронули бы этот пар, то что-то бы случилось плохое, но, в общем, не стоило. О, кстати, почему тут больницы и в тюрьме игрушки вообще? Мячик, уточка, кубики. Ребят, это с этой больницей, тюрьмой что-то не так. То тут пляжи, то тут игрушки. Может быть, это пляжные игрушки, кстати? Возможно, возможно. Ну, не знаю, ребят, кстати, реально... Я реально не понимаю, почему тут столько много локаций. Вот видите, тут вообще игрушки. Не, ну это что-то странное реально. Вот тут уже все относится вот к больнице, видите, там... А почему тут была маска смерти? Что, ребят, что это? Капец. О, капибара Барри, ребят, посмотрите. Это капибара Барри, боже мой, ребят. Я такого в жизни никогда не видела. Ну, типа, я знаю, что есть много фанатов. Ну, не фанатов, а те, кто любит капибару. Поэтому, ну, если вы хотите стать, если вы любите Барри и Капибару, то вам сюда. Именно дойти до этого уровня, вот тут он находится, видите? Он такой прикольный, у него такая шерстка, все такое. Я, честно, не люблю вот этот мем с Капибары, не понимаю его вообще. Ну, ладно. Так, сейчас нам нужно вот так подпрыгнуть. То есть, не знаю, вот этот уровень на самом деле прикольный, не знаю, что. Многие его любят, тоже не знаю, за что. Ну, ладно. Так, мы с вами сюда спускаемся, и наконец-таки, ребят, мы с вами находимся уже в кафе, то есть в кафетерии, Вот, видите, вот это кто вообще, блин, такая? Это реально ведьма, с этим я не поспорю, это реально ведьма. О, а это же ребенок Барри, подожди, это Джерри, не, Барри, Гарри, вот, это Гарри, ребята, это малыш Гарри. Ой, вы видели, что он со мной сделал? Он только что мне зарядил этим яблоком, серьезно? Боже, Гарри, как ты можешь вообще со мной так обращаться? Эй, у меня вообще-то мало, у меня уже мало, ребят, хп. Вот сейчас вот последний раз он меня добьет и все. А, не, еще один раз у него есть. Так, ну все. Гарри, давай ты немножечко подрасслабишься. Ой, он взорвался. Я не хотела этого, я в него кидалась едой, то есть, чтобы просто он успокоился. Но, ребят, что-то пошло не так. И получается, ну, он взорвался. Мне его жалко. Все с ним хорошо, я уверена. О, Посейдон, малыш Барри. О, ну что-то у него вроде с глазами. Почему у него глаза синие? Вот видите, типа внутри вот тут синие они. И потом у него есть титули, зубец и короны. И вот тут получается есть плавок. Не знаю. Блин, на самом деле это было прикольно. Вот вы знаете, следующая будет игра. Это... связанная с морем, и будет у нас тюрьма. Тюрьма, знаете, вся в океане, и тут ходит такой Барри Посейдон. Так и будет, я уверена. Вот видите, а это уже робот Посейдон. Не, ребят, я вам серьезно говорю, так и будет, так и будет. То есть сейчас у нас больница, а в следующий раз уже будет океан. Кстати, хорошая идея. Нет, разве? Было прикольно. Так, а вот и лазеры, ребят, наконец-таки. Вот лазеры, я на самом деле, не знаю, они прикольные. Типа, если было бы еще побольше, знаете, таких испытаний, типа с лазерами, именно на этом уровне было прикольно. Ну, это у нас находится на тяжелом уровне, а тут у нас в этой игре только один уровень, то есть это легкий, поэтому... Поэтому никак не получится. Так, теперь мы с вами вот так поворачиваем, все. И вот нам нужно вот там приземлиться. Все. Мы с вами уже долетели до сюда, смотрите, тут опять бин, вот эта вот штука, которая измеряет, все шприц, ну вообще, все как обычно. О, пасхальный учитель! Не, какой учитель? Это Барри, это похоже на Барри очень сильно. А, так это Барри, Балди, с яйцом на голове. Вау. Это просто, ребят, ну, это такие комбо тут в этой игре, конечно. Прыгать на Тиндент. Использовать металлические доски, чтобы пройти. А нам нужно просто было запрыгнуть на шприц, пройти, а я даже не используя металлические доски. Ой, ребята, что тут происходит? Почему у нас тут шторм какой-то? Не, у нас тут гроза, видите? И что с этой ведьмой не так? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, мне кажется, или эта ведьма идет на меня? Ребята, тут плохо на самом деле. Эта ведьма идет прямо на меня. Ладно, я в нее буду кидаться едой. Видите, она подняла свою волшебную палочку, и сейчас все молнии летят именно на меня.
То есть она отвечает за всю погоду и грозу? Ведьма, прошу тебя, не делай со мной ничего! Ага, конечно, ты же хочешь сбежать! Все, ребята, я победила эту ведьму! И, знаете, мне уже, ну, получается, я на самом деле очень рада, что со мной ничего не произошло. То есть даже сколько меня раз ловили, но мне не вкололи никакого укола. И я на самом деле очень рада, на самом деле. Ребята, просто посмотрите, насколько тут много морфов. То есть первый, который мы видим, это доктор Малыш Банни, который, ну, за нами, ну, самый главный как бы персонаж. Вот видите, то есть у него такая шапочка, вот и там все, шприц. Сзади у него, не, ну, как бы, неровно поправленная рубашка. Что это, ребят, за безобразие, конечно? Ну, надо как бы рубашку ровно поправлять, то есть, чтобы было все хорошо. А вот это вот как-то вампирша, девочка, малышка Барри. О, боже мой, ребят, вампирша, девочка, малышка Барри. Капец, конечно. Но, знаете, она на самом деле реально похожа на вампиршу. Тут плюс еще вот это что, ребят, за деревянную штуку, которую она держит в руках. А вот это у нас медсестра, она такая миленькая. Кстати, это, наверное, не медсестра, это вообще фруктовый Барри. А, это, то есть, знаете, это, наверное, медбрат, или как это называется? То есть, который нам говорит то, что нам нужно есть фрукты, потому что они дают витамины. То есть, а вот эта вот ведьма Барри, ведьма-девочка Барри, видите, то есть она вот за нами в конце как раз таки бегала и вот так вот своей волшебной палочкой делала и делала, чтобы все молнии прям падали на меня. Потом райский Барри, какой райский Барри? Это же ангел Барри, райский Барри. Боже мой, ребят, что-то с переводом интересно. Так, вот тут, знаете, у него такие крылья, конечно, огромные, капец. Видите, тут у него такой вот кружочек, сосочка золотая. Потом вот эта штука, которую бить можно. И, конечно же, демон-ребенок Барри, видите, то есть, вот это реальный демон, то есть, это реальный демон, видите, у него тоже трезубец, такие же крылья, он весь одет в красный, и шапочка тоже, знаете, такая вроде полицейская, вроде бы докторская или даже полицейская, но все равно с этими, с рожками. Ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, но пока, переходите на следующее мое видео, увидимся там!